Слава, у вас какое медицинское образование? Военно-медицинский институт. Имени кого? Имени Ротанова. Ротанова. Имени Роганова, короче говоря, да? Ну да. А когда это такой институт уже отгрохали имени Да Рогана? вот, не так давно, вообще давно. А у вас вот это что за прибор такой? Это стетоскоп. А что это он? Что вы им делаете? Мы слушаем, можем послушать дыхание, можем послушать, можем сердцебиение послушать. А можно у себя в голове шумы послушать? Если только самому себе. Ну, самому себе. Самому себе можно. Ну-ка, послушай. Есть там, Давайте шумит там послушаем, что-нибудь там у давайте тебя, мы не? так послушаем. Где-то там, да, наверное, вот здесь, вот, да, где-то у тебя там что-то, не? Что там? Есть что? Тикает что-то. Тикает? А что там у тебя тикает? Не знаю. Шарики за За ролики ролик заходят, да? Это вот, значит, так уже у вас как бы династия идет, да? Ну, Врачей вот. да. Сначала был Саша Ключ, Да. потом доктор Роганов, Да. теперь... Саша Ключ был, походу, основатель этой Секты. военно-медицинской академии. Академия. Мне кажется, это у вас секта врачей каких-то. Секта, ну да. Помнишь, было такое при Советском Союзе дело врачей? Было, да. Вот у вас тоже, наверное, дело У нас врачей. банда врачей. У вас и халаты какие-то вот специальные, там, я Да, знаю, с халаты. красными пуговицами. Да. Где такие специально в вашем Да институте вот выдают, чтобы вы как-то в отличали? отделении психиатрии выдают такие. Значит, все-таки вы не отрицаете, что вы просто переоделись в доктора. Нет, я не переодевался в доктора. Да на на самом самом деле. деле? Да, конечно. На самом деле? На самом деле, Доктор. пациент доктора Роганова. Да. То есть вы подающий надежды, как бы. Ну, интерн, скажем так. А, интерн доктора Роганова. Да. А, вот вы кто. Ну, так надо было сразу сказать. Я, Слава Боцман, интерн доктора Роганова. Сейчас доктор Роганов где там? На Да. консилиуме опять, в Тунисе там, или где он там? В Тунис опять полетел. А вы сейчас его как Ну да, бы я как замещаете, бы да? да. Отлично, все отлично. Ну ладно, Слава, в следующий раз, я думаю, вы нам расскажете о новых методиках лечения Конечно. алкоголизма там, или чего вы там еще Да лечите-то. мы А вот это вот, слушай, я все хотел у тебя задать вопрос. Вот это те люди, которые там, помнишь, те вы мне тут рассказывали, секта, 28, что они там А, кричали? 27-28. 28-27. Офигенно, вообще, это 28-27, что это такое вообще было? Это была секта. А что они делали? Они собирались, как сказать, на Семашко, где больница Семашко, есть там овраг. Вот они собирались там, брали за руки и вот так прыгали и кричали: 27, 28, 27, 28. Вот, и потом раз стояли вот так, что-то там качались, так. Мы наблюдали так это все дело там. Опасное. Ну, блин, Опасное. они там были, там бухари были, и, ну, бухари в основном, они позавязали пить, какой-то у них какую-то секту организовали, что они там, какие цели они там преследовали вот этими 27-28, я не знаю. 27, 28, 27, 28. Да. Ну, это наподобие, как у Саши Ключа, грайнкор в церкви там. Ну, типа, наверное, Как все заорали. крещение, Аллилуйя! крещение в Аллилуйя! джакузи. Крещение в джакузи! Да. Вы присутствовали при крещении в джакузи? К сожалению, нет. Да. Жаль, Хотя, жаль. Я бы хотел бы на это Хотя бы посмотреть. очень, да. Крещение в джакузи. Посмотреть, как вот Я понял. на пациенту, Который принимает на будущее. крещение в джакузи. Да. Блять, к Роганову попадешь, блядь, ёбнешься там вообще. Да. Там здоровым уже не выйдешь однозначно. Был слегка ебанутый, вышел вообще на полную голову треснутый. Да. Ладно, Слава, давайте. Давайте. Все, удачи. удачи.